Повысить эффективность продвижения через Reels можно, используя несколько хитростей. Привет, меня зовут Елена Коваленко. Я лидер MLM-компании и эксперт построения системного бизнеса в онлайн на готовом маркетплейсе. Первое. Вставлять на короткий промежуток времени какой-то текст в видео. Подписчики не успевают прочитать, что там написано, поэтому пересматривают или сохраняют пост. Но в тексте должна заключаться польза, какой-то бонус, иначе это только вызовет раздражение аудитории и прием перестанет действовать или принесет вред. Вторая хитрость – добавлять призыв с просьбой оставить комментарий к ролику. Пока пользователь будет писать, Reels наберет 3-5 просмотров от него. Это важно для алгоритма и сильно влияет на дополнительные охваты. Третье. Создавать интригу в начале, чтобы видео досматривали до конца. Делать интригующую кликабельную заставку. Четвертое. Снимать максимально короткие видео, желательно до 15 секунд, но при этом вмещать в них смысл. Пятое. Накладывать самую популярную музыку. Шестое. Показывать процессы работ, что-то необычное, внутрянку компании. Седьмое. Удерживать динамику на протяжении всего видео за счет монтажа и различных эффектов. Восьмое. Делиться контентом в ленте и сторис. Рассылать по диалогам в директе. Девятое. Указывать 3-5 тематических хэштегов, желательно те, по которым вас может искать целевая аудитория. Если ты хочешь узнать больше информации, то обязательно подпишись на наш канал и поставь на колокольчик, чтобы все наши новые обучающие видео обязательно доходили до тебя. И, конечно же, если остались вопросы по этой новой животрепещущей теме, то задавай их под этим видео, я обязательно на них отвечу. Ставь лайк и не говорю тебе прощай.